В этом году мы приступаем к ремонту Северного моста. Определена программа. Она формируется двумя годами, 2017-2018 годом. Доведены лимиты финансирования. В ближайшее время будет объявлен аукцион на проведение капитального ремонта моста. Делаем капитальный ремонт собственного моста, плюс по 50 метров. Это подходы с каждой стороны. Итого длина, рабочая длина реконструируемая 200 метров. Стоимость этого проекта 153 миллиона. Будет он производиться в два этапа. Первый этап, вот как я уже сказал, полностью разбирается, ремонтируется. Движение происходит по двум полосам. То же самое и второй этап, только с другой стороны. Ну, здесь я что хочу сказать, что во время, то есть в летний период, это все делается в летний период, в теплый период, между этапами работа, движение происходит по всем шести полосам. Мы немножко меняем параметры, улучшаем само движение, это уже когда будет все закончено ремонтом, делаем разделительное ограждение, поэтому ездить здесь будет, я думаю, безопасно. Северный мост находится, согласно результатом обследования, в неудовлетворительном состоянии, требует капитального ремонта. Но на безопасность движения это не сказывается. Капитальный ремонт моста у нас по нормативам от 35 до 40 лет. Данный мост в постройке 81 года, 36 лет он эксплуатировался, причем эксплуатировался достаточно жестко и, я бы так сказал, без должного уровня текущего содержания. Поэтому вот 36 лет эксплуатации мы приходим к ремонту капитального моста. Почему мы выбрали такую последовательность проведения ремонта мостов? В 2017-2018 году ремонтируем Северный мост, как наиболее аварийный. И с 2019 года в пятилетний цикл входим с ремонтом Октябрьского моста. Это очень серьезная ремонтная работа, не менее серьезная, чем на Северном мосту. Начиная от опор, балок, пилонов и так далее. То есть полный капитальный ремонт с пятилетним циклом. И вот можно сказать, что за этот период времени мы отремонтируем все мосты, все аварийные мосты в городе. Одновременно начинать ремонт Северного и Октябрьского моста нельзя. Мы получим колоссальную пробку. Поэтому для нас очень важно уйти от проблем с организацией движения в городе. И задача УКСИРа, департамента ЖКХ, максимально грамотно организовать транспортные потоки и движение в летний период времени. С одной стороны, мы технологически не можем в другое время ремонтировать. И объем ремонтных работ достаточно большой. С другой стороны, нам важно все сделать очень быстро, грамотно и правильно, с наименьшими неудобствами для горожан.